потока. У меня для вас два небольших вопроса. Первое, это какая роль молодежи в Народном фронте? И второе, я активный такой пользователь Твиттера, и мне вот интересно, вы зарегистрировались ли аккаунт в этом сервисе? Не надо. Да. Споловите меня. Роль молодежи, наверное, не ограничивается только Народным фронтом. Это только инструмент, способ для того, чтобы раскачать ситуацию в положительном плане и, как я уже говорил, привлечь талантливых молодых, интересных людей, прежде всего молодых, для того, чтобы решать задачи, перед которыми стоит страна. Кто-то сказал, что если что вообще все основные, самые интересные открытия, они совершаются молодыми людьми. Это первое и второе. Я уже побоюсь сейчас соврать, что именно сказал Виктор Гюго, но очень хорошие вещи. Он сказал, что самые яркие победы – это награда за мужество. А вот на такие поступки во всех сферах способна прежде всего молодежь. Молодые люди, которые думают о перспективах своей собственной жизни, а значит, о перспективах страны. И в этом смысле, конечно, я бы был очень рад, если бы все больше и больше количество молодых людей посвящало себя общественной деятельности, информационной деятельности, то, чем вы занимаетесь, общественной, в широком смысле слова, и в рамках фронта тоже. Приходило бы в молодежные общественные организации, в «Единую Россию», в другие партии по своим убеждениям и представлениям о том, что именно нужно нашей стране на сегодняшний день и на перспективу. Сегодня с вашими коллегами здесь в этот день, с Судаком, разговариваем. Вот общественные организации, которые представили свою работу. Например, девушка одна рассказывала, как они борются с просроченными продуктами в магазине. Слушайте, это мы сейчас улыбнулись, на самом деле это серьезная вещь. Это же говорит о пресечении шуточности, связанного с тем, что недобросовестные комитеты, недобросовестные торговцы наживаются на здоровье граждан. Это очень серьезный вопрос. И, между прочим, не как-то просто решать проблему подобного рода на бытовом уровне. Ну-ка, пойди попробуй в супермаркет. Там мы пошли уже получить это граждан. Они не боятся, идут и делают. Или вот нас старушка, парень, рассказывала о борьбе с законами мусорных слов. Знаете, на первый взгляд, такая чушь и ерунда. А это на самом деле не так. Это серьезный вопрос. Так вот, если молодые люди занимаются этими вопросами, решают их, не боятся, лезут туда, даже на рожон, но добиваются решения этих вопросов, на первый взгляд, мелких, но важных. Это очень хорошо. И я лично следующий буду поддерживать. Я уже где-то только не зарегистрировался. Какой у вас аккаунт? Имя. Ты потом подаешь ко мне и дашь рекомендации. Нужно ли это делать или нет? И сразу прилетает туда, вот волна девушка, давайте. Владимир Владимирович, меня зовут Сусанна Виктория, я из города Смоленск.